Альбом будет частично. Я слышал кайф альбом. Да, он очень круто. Да, ну я позже сделаю объявление, но сейчас хит, сразу поехали. Спасибо, друзья. Но меня я пока еще не заменил. Значит, HDD в этом компьютере на SSD, поэтому мы ждем, пока подгрузится следующий трек. Пока могу рассказать, что я принес с собой мерч. Это диски. Диски с последним альбомом. Вот. Их можно приобрести как у меня, так и на столе с мерчем. Вот у меня специальная картонка с Дедом Морозом. Вот так мне один диск. Насладиться прямо как в 2005-м качественным звуком с CD. Thank you.
Теперь мегахит с последнего альбома. Открытки называются. Все. Да, все, надеюсь, выучили слова, будем хором петь сюда. Отлично, отлично. Спасибо.
немножко отдохнем, медленная композиция, тоже последнего альбома, одна из ключевых композиций на нем. Да, кстати, в дисках этих многие могли видеть, наверняка все присутствующие, качнули уже буклет Бэндкэмпа, вот, и там не все, есть все, что в буклете, там есть пара секретных страниц, которые только там, только, короче, те, кто поняли, в общем, только те, кто могут, они там все получат до конца, как бы, полностью, погружение полное, окончательно. Ну вот, все. Блять, заткнись, Кирилл, сука, это не тот трек. Thank you.
Спасибо. Сейчас более лайтовые композиции, ну, типа веселые, можно потанцевать. Да ладно. Можно не танцевать, мне не хочется. Какие шумные соседи, елки там. На телеэкране мигает курсор, и пассажиры на полках покроются пылью, я нажимаю на старт. Если бы баны хайдарские не разрезали апельсин, все было бы просто, как траектория выстрела Лентана в Квейкри. И я не смотрел бы сквозь стеллажи и стены, и сквозь вселенную, куда апельсины укатываются, расталкивая покупателей. Я должен идти за ними. Однажды я был сортиной и плавал среди кубиков льда, и не снилось, что я победил на стреле, который будет рыбы. И отблеск моих граней падает на форму охранника, когда он, вращая фонариком, идет смотреть телевизор, по которому Джеки Чан улыбается в неудачный дубле. Очередной качан, или на пунктяне свистят заставку X-Files, пока школьники толкают тумбочки в игре «Звездный час». Я взлетаю по коленам в траве, приду к автоматической кассе. Беру синтетик топчи, мы уходим, нам давно пора. Толкаем тележки на парковку, не прощаемся в шар. День за днем провалившись в текстуры, мы живем в стиле спидран, как подростки из слэшеров, которые мы берем в прокате на бэкграунд. We'll be right back.
слишком много воды выпил. Эребор. А поддержим артиста.
Спасибо большое. Настоящий.